Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы играем в Сталкера. Значит, остановились мы в прошлой серии на чем? Остановились мы в прошлой серии, если не ошибаюсь, на том, что нам нужно убить контракт Петренко. Что он здесь забыл? Что это вообще за локация? Погоди. В лес. Where am I? Ох. Да, парень там катается туда-сюда. Так, погоди, мне нужно... награду. Так, говорят, надо убить бандитов. Бандиты у нас на агропроме. Окей, я думаю, метнемся. Помочь. Ну, сталкеры как-нибудь сами, наверное, справятся. А нам нужно вот сюда, в темную долину. Через... Да-да-да, прямиком через свалочку, дорогую свалочку. Мы туда погоним. Так, погоди. Мне тут докладывают, что у нас тут рядышком тайничок, да? Валяется. В общем, продолжаем играть в сталкера. Давно уже не играл. Ой, вот это, конечно, незаметный. Слушай, где же этот тайничок, а? Эй, сержант Василий, вы не видели тайничок? Здесь, говорят, лежит один... О, смотри, ходит парень. Вот тут тайничок. А может, тут такие все правильные, типа, тайники не лутают? Возможно. 1 рубль и 3 патрона. О, парень богат, конечно, да. Вопросов нет. Собаканчик может себе оставить. Взяли пацана, кого-то ограбили, так беспалево. Ну, мы, конечно, ребята, да, бессовестные, да? Хотя почему бессовестные, собственно? Очень даже совестные, просто каждый живет как может, и вот мы живем вот так вот как-то. Так, теперь я помню, что я сюда с огромным трудом забрался. Полагаю, с не меньшим же трудом я отсюда выберусь. Черт, какой же все же ба... Слушай, Васько, тебе... Лет ты вообще без это, бесстрашный. Слышь, ты не боишься, что сейчас в затылок прилетит свинца, а? Ладно, живи пока что, малыш. Какие тут суровые голоса вещают, а? Я помню, что тут огромная проблема была сюда забраться. И учитывая, что давно-давно не играл, не меньше проблем будет... Да что ж вы такие все бессмертные? Не меньше проблем будет отсюда выбраться. Куда я иду? А, походу, к ихнему долговцу главному. Здорово, как твои дела? Чё, как водочка, жизнь молодая, нормально? Человек-тень. Оружием только не размахивай. Окей, какой-то ты утомительный пацан. Значит, нужно отсюда выбраться. Первая задача, выбраться. Так, по-моему, я как-то передвигался, там какой-то мне еще типчик рассказывал, что вот так и так, бар у нас большой, людей там много, можно сделать то-то. То есть это где-то... Я верю, что это где-то здесь. Типа. Да, вот это я помню. То я помню, здрасте, я на выход. Да, вот сейчас невероятная аномалия здесь будет. Давай-ка сразу... Ух, сколько ошибочек-то. Куик. Ёпта, по-моему, так же он у меня и назывался. Все, замечательно. Да, ребята, я удивляюсь вашей вообще железной яичности, потому что в таких этих... тут аномалия у вас под боком, вы нормально ходите такие. Я думаю, это поезд. Че себе занесло, думаю. Поездяру так. Погоди. Там же у нас, по-моему, какой-то пот сгоревал на тему того, что у него там дедовский тос. Никто ему не принес. Ну ладно, еще успеется. На инвентарь, я думаю, двинуть мне еще будет время. Dear Stalkers, я говорю вам с настоящим русским акцентом. Английский язык был моим родным. И поэтому... Стоп, а меня не пустят еще на арену? Не, вряд ли, я же там VIP этот не купил. Менеджера я вроде бы так и не сыскал, да? Насколько я помню, в прошлой серии. Так, они тут все ходят, патрулируют. Да, еще менеджера я не сыскал, да найти его тут вообще трудно. Как иголку в стоге сена искать. Их тут столько ходят, лево каких-то ребят и... Да серьезно, радиация. Я не помню радиации, когда я сюда шел. Или помню? Не помню. Как отсюда выбраться? Чертовская западня. Так, погоди. Ну, вот так, типа, двигаем. Та-та-та-та-та. И да, это я, видимо, по теме не шел, и поэтому я как-то неосязаемо для себя сюда забрался. И сейчас, по идее, я иду верно, да-да-да. Вон там шавки эти гуляют. Сейчас снова на меня возникает начнут. Стоп, я же не купил патрончиков. Черт возьми. Не, ребят, мне западло обратно идти. Мы его как-нибудь так прометнемся. Ты ли? Сидит там, понимаешь, загорает. На меня вообще ноль внимания. Что, очкуете, да, псины? Слушай, по-моему, что это псевдособаки, они типа боссы. У них сучки должны быть свои, а...
это не псевдопсы. Банда вожаков какая-то. Да какой же я меткий. Вообще невероятно. Во, потухло. Где там твои подруженьки? Так, слушай, могу я тебя полутать? Ты не против? А ты? Что у вас хвостов нет? Да вот же хвосты, вижу хвосты. Почему ты не можешь их оторвать? А зубами куси. Чё ты? Ого. Вот это реально босс. Пёс-босс. Ладно, не буду на них я патрончик тратить. Не-не-не-не-не, они загорелись желанием меня покусать. Ну давай, посмотрим. Опа, тухло. Так, это, кажется, у нас уже похрамывает. Приляг. Так, по-моему, у вас тут трое было. Куда это ваше третье? Свалил, ну ладно. В задницу вашу третью я потопал. Здоров, парень, спасибо, что не помог. Вообще хорош, по-дружески. Он мне еще и рукой махает. Меня там чуть не убили, ты понимаешь, как тебя вообще звать? Михаил Салмон. Погоди, у нас тут проблемка одна, не желаешь небольшую услугу оказать? Ну-ка. Дело такое, мы группа новичков, пытающихся пройти в бар Сторинген. Но рядом с проходом угнездилась вора псевдо-собак. Поможешь нам, поделюсь хабаром. Да не вопрос, я все равно мне эти шавки не нравятся. Стоп, я же уже выполнил задачу, да? Нет? Не выполнил? Эй. А, нет, еще не выполнил. Работаю над этим. Слушай, а ты случайно не барыжишь тут такими патрончиками на дробовичок? Был бы очень-очень рад. Так, а твои друзья? Как насчет твоих друзей, может быть? Да что ж вы одни гармошки продаете? Какие-то скоморохи, а не сталкеры. Гармошки, гитары. Проще другую дребедень, но патронов ни у кого нет. Кому нужны патроны? Явно не этим закоренелым сталкером. Блин, надо будет еще за ножом как-нибудь метнуться. Ну шо, шавоньки. Так, стоп, тут уже один босс. А, не, босс на меня тоже, походу, влетел. Не, ну там их, видимо, точно три было. То есть, одна из них куда-то двинула резко в другую сторону и выжила. Нужно будет ее отыскать. Нужно будет ее отыскать. А, не-не-не. Все, задача отыскать отменяется. Она сама меня нашла. Все, хорошо, что их так не порешал. А то мне бы не дали квест, насколько я понимаю. То есть, если вы уже выполнили эту задачу, значит, проблема у них на повестке дня не стоит. Соответственно, они вас об этом просить не будут. А так как там одна псина оказалась слишком дюже быстрой, она выжила, уничтожил. Казаки, аптечка, патрончики. Здорово, что за патрончики, кстати? Что за патрончики? Не скажешь, что за патрончики? Патрончики, 5-4, ну походу да, на окушечку. По едва он мне, по-моему, дал, то есть самое оно. Радиация, пристойкость, все дела, фял-фял. Ну, в общем, ничего такого особо полезного. Продолжаем наше движение. Надо будет на свалке найти какого-нибудь типа, который может мне забарыжить патрончиками. Потому что без патрончиков как-то жизнь не мила вообще ни разу. И надо будет этим заняться. Но я не уверен, что я смогу там кого-то найти, потому что я не помню. Тихо, что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, свинюшки, паситесь там потихонечку, меня не надо трогать. Потому что их без дробовика, на них ходить, это лютая растрата патронов. Не, можно, конечно, в них всадить гранатой в рот, но мне и гранат на самом деле жалко. Кто там со мной на перегонки бегает, я не понял. Это кто там такой умный? Усейн Болт, ты или это? Нет, какая-то собака просто, по-моему. Я не вижу, а, вон она. Свистит еще мне. Свистулька мне тут еще. Ладно, хай живет. Пока мне до нее дела нет. И вот не знаю, ребят. О, нет, аномалия. Вот это пронесло. Вот это форты. Блин, сходить ли мне сейчас на кордон? Черт, топать туда долго. А этот явно зеленый, которого нужно убить. У него же еще там полжизни впереди. А я его сейчас... На начале его только на выходах из зоны, и уже его пришли убивать. Кому же он так встал комом в горло, а? Я не представляю. Так, вот, мы пришли, короче, на свалочку. Тут у нас долговцы, как обычно, лобают, по-моему, на гитарке, да? А, не на гитарке, на гармошечке. Давайте-ка вы, ребята, я вас сейчас чуть пошушукаю. Что-нибудь, может, у вас есть, типа патрончиков? Это, знаете, такая трабла. Вы, ребят, конечно, не обессудьте, но такая проблема. Я приходил в бар, прикинь, как тебя зовут? Пророк. Ну шо, пророк? Прикинь, пришел в бар, говорю, дайте мне, пожалуйста, патрончиков на дробовик. А бармен говорит, извини, братан, нет. Я говорю, ну ладно, чё, пойду тогда
У бравых долговцев, куплю у них патронов. А вот ты, мужик, у тебя дробовик, почему у тебя нет патронов? Ну ладно, наверное, он продавать со мной не хочет. Так, а тут вы, конечно, захавались, нормально так. Хорошо, хоть что я нашел парочку этих батареек. Хоть могу все это посмотреть. Где моя мышка? О. Так, у тебя ничего. Ну, я уже могу ванговать, что это тоже ничего. Опять ничего, вот именно, братан. Вот опять ничего. Какие-то вы тугонькие, ребят. Ладно, давай я пройдусь, наверное, на агро. Промыч. Коль мне там надо зарешать бандитов. Ну, раз обещали зарешать, то придется же зарешать, правильно? Сказали, надо сделать. Так, он что-то финдюрился. А то какие мы с вами человек-слова? А, какое человек-слово, если я не выполняю своих обещаний? Стоп, по-моему, пока я шел до бара, было болото. Как-то... А, вот это вот болото. Угу. Воды. Вот, какое я человек-слово, если я не выполняю обещания данного бармену? Тем более такой большой личности, который говорил, что я там готов за тебя что-нибудь сделать, если ты мне там поможешь. Я, ну ладно, помогу. И вот теперь, если я не убью бандитов, он-то на меня надеется, он-то на меня ставит. А я к нему прихожу, не, бармен, извини. Как-то не вышло, да? Не, ну, не по-мужски это. Так, стоп. Что-то меня наборали, мальцы. Привык, что по оригиналу вход на агропром, он за этим заводом. Тут игра так не думает, тут игра так не думает. Игра тут думает иначе. Так, подожди, а на агропроме есть какой-нибудь барыга? Нет, я никаких барыг не помню. Значит, вряд ли я там найду то, что мне нужно. А далее мне нужно будет двигать на в темную долину. Знаешь, наверное, как даже сделаем. Я сейчас быстренько убью бандитов. Там я, по идее, не думаю, что с ними будут большие проблемы. Перебьем бандитов и сразу оттуда напрямку двинем в темную долину. Я не думаю, что бармен будет держать на нас зло за то, что мы опоздаем на чуть-чуть. Тем более со сдачей квеста. Со сдачей квеста они вообще не обидчивы. Так, сейчас надо хлобучнуть. Вот этого хлобучнули, побежали дальше. Нормально, дерево не преграда. Черт, ветка преграда. Вот. Так что, я думаю, все будет в порядке. Главное, я с ними сейчас быстренько разобру. Ой-ой-ой-ой-ой! Ух ты, ёшкин дрын! Вот это я пришел. Так, давай-ка я с ней не буду сейчас встревать. Так, эти, собачки, тихо, тихо, тихо! Я, мать вашу, видят с эволюцией, валите отсюда! Ты что? Тупые кусты, кто их тут навтыкал? Я постоянно в них втыкаюсь. Ладно, встретимся на следующей локации. Так, а вот мы снова здесь. Наш старый, добрый, любимый и очень-очень что? Что я хотел сказать? Ладно, я не помню. Очень-очень все, короче. Да, я думаю, вылетело. Так, и где-то наш этот всеми любимый бандюга. Ага, бандит... Что? Я хочу бандитов, чтобы бандиты были уничтоженными. Ультимативный, конечно, нам квест дали. Ну ладно, я думаю, они в подземочке, поэтому по подземочке мы спустимся. Да, давайте, наверное, спустимся прям в лицо им. Что за звуки? Что за шум? Вертолет? Хрен тут вертолет висит. И я его не вижу. Так, погоди, надо посмотреть. Эй, где дилижанс, который звенит? А, вон он. Ага. Хорошо, хорошо. А как насчет еще военных? Просто я помню, тут у нас же квест, между прочим. Может быть, там военные не заспавнились, и мне нужно их дорешать? Два. Да, есть один. Смотри-ка, есть один. Вон он. Где-то там ховается. Кровосос. Лол, это бандиты. Тихо, тихо, тихо. Так, кровососыч. Давай, кооперейшн. Кооперейшн. Давай, бандитов, карай. Карай, карай, карай. Хорош. Да не меня, я не бандит. Вот тупой ты, Василий. Зачем ты в меня-то пошел? Я-то свой. Эх. Из нас бы такая хорошая вышла команда. Закуси. Где? Я не вижу их. Надеюсь, закусит. Приятного. Не, по-моему, нет. А, стоп. Их порешал, что ли? Да, смотри, их кровосос пришел. Вообще без остановок, он просто пробежал мимо. Так, а я могу из тебя что-нибудь взять? О, да, щупальца, отлично.
Щупальца это как раз к месту. Бинты понадобятся. Не, ну конечно, он меня приложил так здраво. Я даже услышал звон в ушах, но все же. О, патрон. Один патрон, это здорово. Дробовичок, а как насчет патрончиков в самом? Нет, нету никаких патрончиков. Ну, воды. Опа! Опа! Ой-ой-ой! Так, пацаны, пацантре! Спокойно! Какого черта? Ух! Слушай, снайперовой! Ты куда там заныкался? А. Вижу. Слушай, ты видел? Он на коньках! Он уехал от меня! Какого черта? Ой-ой-ой, бомбежка. Скажи... Привет! Комбед, еблет! Давай-давай-давай! Хорош! А да, это нормальный попадос. Так, где еще? Зацепили, пацаны! Подходим! Все, что ли? Не-не-не, вот еще один. Че стоим, о чем думаем? Парни вообще невозмутивые. Их вообще ничего не волнует в этой жизни. Они такие, пацаны умирают, да пох вообще. Пойду посмотрю на небо вдаль. Подумаю о будущем. Ух ты, слушай, а я ошибался, когда говорил, что у вас нет патронов. Вот чё-чё, патронов у вас, походу, нормально так. Чё у нас тут теперь? 18 патронов, слушай, неплохо. Квест выполнили, можно двигать обратно. По патрончикам, в принципе, все здорово, мне кажется. Потому что, ну, это... Уже 18 патронов, то есть... И на какую-то ближнюю стычечку у нас будет чем ответить. С какими-нибудь мутантиками. Я думаю. Так что это здорово. Это здорово. Правда, я не знаю, что кровосос забыл на поверхности. Они вроде бы должны внизу тушеваться. Но нет, этот, походу, посчитал себя дюже умным, дюже красивым для подземок. Решил показать себя миру и встретил меня. Там и кончился. Ого, кто-то подрал прямо этот поезд. Прям конкретно так подрал. По-моему, с куском крыши пытался его откусить. Но как-то не вышло. Я помню, здесь еще в ОГСе, когда бегал, тут много аномалий было, типа кусты убийцы. Довольно было неприятно. Но я справился. Погоди, мне показалось. Не, ну вообще красиво, скажите, красиво. Вот что-что не говори, а красивая зона все же получилась. Очень красивая. При том, что тут почти каждая вещь, она опасная. Но что-то в этом есть. Такое дикое, необузданное. В общем, клево. Так, там новые вояги меня не ждут, не? А то новичков, рядовых Петрашов, в их можно бы и порешать чуть-чуть. Особенно, если они мне новые дробовички принесут. Это я им вообще скажу. Респект, пацаны, продолжайте в том же духе. Кстати, надо бы на пояс новых патрончиков, чуть-чуть бронебойно. Что ж ты так мало кидаешь? О, три цура. И 5. Зачем 5? Давай больше. Вот, 3 царя. Нормально. Встретимся на следующей. Ну вот и все, собственно. Теперь двигаем никуда иначе, кроме как на темную долину. Идти там уже можно напрямку, я думаю. Надеюсь, не вылетишь. Не вылетишь. Хорош, я в тебе не сомневался. Ну, а буквально идем напрямку по дороге. Правда, дорога меня не приведет никуда в хорошее место. Однако. Значит, вот здесь, где у нас обычно Гаусс пушкой торговали, да? Мне нужно прийти и встретить там парней от Долга, если я правильно помню. Типа друзей этого нашего Петреныча. Петреныч нам, если что, отбашляет чего-нибудь, если мы правильно все сделаем и хорошо разберемся на ситуации. Говорю еще раз, что надо будет вернуться на кордон, но все, что-то мне лень. Лень туда переть долго. А как я могу патрончики перезарядить, а? Вот, хочу, ой. О, прикольно. Хочу я, допустим, взять себе... Что, это бег. Хочу я, допустим, взять себе другой вид патронов. Игрик. Понял вас. Игрик так игрик. Хорошо. Это чтобы я мог, если что, с бронебойных на обычный переходить, потому что... ну, много патронов буду тратить, всаживая в броню. Это не самое логичное решение. Так давай-ка я их обойду. По-добру, по-здорову. Чем мне этих нюф-нюфов, наф-нафов убивать, правильно? Пусть живут. Тем более, они мне могут потом послужить. Хорошей службой. Так, куда мне идти? Мне что, прям через них, да?
Не, я могу их обойти. Тем более нюф-нюф и няф-няф. Они слепые, они ничего не видят. Они не парятся. Я полагаю, встретимся уже в темном кордоне. Темный кордон, в темном лесу. Хопа! Трюкач. Кстати, вода продолжает двигаться. Все остановилось, а воде пох. Вода такая, я никому не подчиняюсь, идите все нахуй.